Ну что, всем привет, кто ждал этого розыгрыша. Он был небольшим. Это всего лишь приятный небольшой бонус в вашей жизни, если вы выиграете. Разыгрываем мы с вами флешку в виде патрона на, по-моему, 4 гигабайта и кепку Star Wars. Выглядят они вот так, вот так вот. Кепочка выглядит очень похоже на шлем штурмовика. И флешка в виде патрона. Вот так вот она выглядит. По-моему, я писал сколько. Да, 4 гигабайта. Ну, что сказать, не густо, но приятно, я думаю. Видев флешка в виде патрона, это как минимум, ну, необычно. Сейчас мы зайдем в приложение, сначала разыграем флешечку. Приложение. Рандом. Так, участников было, кстати, немного. Ну, я, собственно, и не рассчитывал, что будет их большое количество. Так что шанс был большой. Вот один заблокированный вообще участник. Условия были, что нужно было репостнуть свою страничку и состоять в моей группе. Все просто. 3, 2, 1. Так, Катерина Райс. Не торопитесь, потому что, может быть, она не состоит в группе или еще что-то в этом роде. Так, репост у нее на флешку имеется. Она вот тут пытается выиграть все. У меня камеру, флешку, кепку. Так, участник ли она группы? Заходим. Участники. Участникам. Есть. В группе она есть, так что Катерина Рай, твоя сегодня эта флешечка. И сейчас мы загрузим. Так, нужно, наверное, заново зайти. Загрузим людей с кепочкой. И хочу сразу предупредить, победителей кепку и флешку вы сможете забрать только, к сожалению, через 10 дней, потому что они еще не доехали. Был китайский Новый год, или как японский, китайский Новый год, и потому что, поэтому как бы заводы все... Простуд. Все заводы были закрыты, и поэтому отправление было долгим, поэтому 10 дней придется еще подождать. Но это... В среднем 10 дней, то есть, может быть, и меньше. Сейчас реклама какая. Пропустить. Здесь было чуть побольше участников. Наверное, в основном парни. Хотя нет, вот девочки тоже имеются. Осталось только на эту кнопочку нажать. Прежде чем это сделать, я хотел бы с вами поделиться тем, что я сейчас еду в Москву и участвую на реалити-шоу на экране. Мне будет очень приятно, если вы будете меня поддерживать во время шоу, не дать мне вылететь и, в общем, вообще... сопутствовать всему там, что будет происходить, и поддерживать. Так что, если я выиграю квартиру, это будет что-то очень крутое, поэтому, если вы добрый человек, помогите мне в этом. Так, разыгрываем кепочку все-таки. 3, 2, 1. Квадрат великолепный. Смотрим. Он часто комментирует группу, посты в группе, так что... Я сейчас что-то смотрю. А, вот, кепочка есть. Так что он живой человек. Это однозначно. Что-то с гипсом на руке. Вот, кепочка достается ему. Участником группы он является. Но давайте на всякий случай, чтобы не было недовольных. Ну, квадрат великолепный. Участником он является. Так что поздравляю тебя, квадрат. Все, это был розыгрыш. Напоминаю, что в группе проходит еще основной розыгрыш. Это розыгрыш экшн-камеры, который снимает в HD. В общем, присоединяйтесь, участвуйте в розыгрыше. Всем пока!